777, еще раз добрый день. Вот видите дом 4-6, он бело-синий, с черными, со слов рабочих, уже рабочих почти не видно, на, готов на 80%, идут внутренние отделки, идут там немножко, сказали, будет еще недели две и будет готово. Там вдалеке у нас 3-2, 3-3, 3-4. А рядом еще три дома строят. Два дома, получается, вот два дома. Вон там. Вот один дом, вот второй дом. Где-то 6 этажей уже построили. Здесь уже почти уже построили, получается. Немножко осталось застроить, и потом уже внутрянка пойдет. Там первый квартал, желтый дом, вот смотрите, вдалеке он уже готов. А внизу строится в четвертом квартале школа на 1200 мест. Видите, уже первый этаж почти готов, подвал тоже. Вот видите, рабочие, столько рабочих, полным ходом идет строительство. Обещают, обещают, конечно, на открыть 1 сентября 2020 года, обещают. Ну, а это... Вот дорога на Илью Супова. На Илью Супова. Вот здесь 13-й дом. Потом дальше идут. В самом далеке вот видно даже 5-й, 7-й. Я сейчас на улице на Илью Супова. Это дом 4-6 или 4-7. Это 4-6, это на Илью Супова 4 будет, обратите внимание, да? Это 4-7 на Илью Супова 6, нумерации уже все есть. Дальше вот 4-8, и последний дом такой же зеленый стоит, это 4-9. Там рабочих уже почти не видно. Все, уже дом, наверное, скоро дома уже будут заселять. Дома будут заселять. Вон там далеко это другой квартал красный строится, дом уже наполовину. Фасад уже сделанный, идет работа по фасаду. То, что я говорил, вот там третий квартал, дома виднеются. А дальше уже вот первый квартал за стройкой. Вот. Что в этих домах? Вот 4-6, 4-7, 4-8, 4-9. Получается, вот одни балконы. Если внимательно посмотреть, одни балконы, получается... закрытые снизу, а другие аквариумы. Имейте в виду, когда будете выбирать. Вот здесь оно отчетливо видно. Вот. Закрытые, открытые.